Кто выбирает те условия, в которых мы тут появились? Ты сама выбираешь это воплощение. Ты сама это, скажем так, задаешь. И потом сама же это создаешь, находясь в этом пространстве. Но ты продолжаешь создавать постоянно. То есть как это, подвергаешь калибровке некоторые. Какие-то данные ты задала, задала какую-то цель, и ты, в принципе, простроила, как это будет двигаться дальше. Но, оказываясь здесь, конечно, могут быть всякие непредсказуемые элементы. И здесь уже, находясь, ты точно так же продолжаешь мимикрировать и подстраиваться физически и, скажем так, эмоционально под разные обстоятельства, интеллектуально меняться можешь под разную игру. Но всегда это вот остается. Ну, это как бы остается, в принципе, у пробужденного человека, который понимает, где он, остается рулевое начало.